Чемпионат мира в Катаре стремительно близится к концу. Осталось всего две игры. Одна из них в субботу за третье место, где встретятся сборные Хорватии и Марокко. Для шашечных это уже второй матч за бронзу. В 98-м году после проигрыша в полуфинале будущим чемпионом мира французам хорваты в утешительном финале одолели голландцев и привезли домой первую в истории медаль мундиаля. Как я уже говорил, они будут бороться, они борются за свою жизнь, потому что если ты выигрываешь медаль на чемпионате мира, то становишься бессмертным героем в своей стране. То же самое собираемся сделать и мы. Если для хорватов это может стать уже третьей медалью чемпионатов мира, то игроки сборной Марокко, успевшие стать героями для своей страны, скорее всего, захотят вернуться домой не с пустыми руками и поставить жирную точку в своем триумфальном выступлении в Катаре. В главном матче турнира в воскресенье за заветный кубок поборются Аргентина и Франция. Для обеих он станет третьим в истории.